Дефицита вакцины в Ростовской области нет. Об этом заявил руководитель управления Роспотребнадзора по региону Евгений Ковалев на брифинге по ситуации с распространением коронавируса. Глава управления отметил, на сегодняшний день необходимо еще более тщательно соблюдать все меры безопасности и наращивать темпы иммунизации населения. В 100% от отобранных Роспотребнадзором проб был обнаружен так называемый индийский штамм. Средний возраст заболевших снизился в сравнении с прошлым годом. Еще раз призываю всех, и журналистское сообщество, и граждан Ростовской области, жителей Ростовской области, пойти сделать прививку в максимально, возможно, короткие сроки. Очень важно, чтобы эта процедура не растягивалась на длительный интервал времени, поскольку мы тем самым даем возможность вирусу сориентироваться и, опять же, пытаться найти способы преодоления иммунитета. Во время брифинга начальник управления информационной политики правительства области Сергей Тюрин заявил, что почти 60% чиновников уже вакцинированы. А если учитывать тех, у кого довольно высокий уровень антител, то иммунизированы более 80%.